У Барнаульского дворца зрелища спорта появился новый владелец. Им стал бизнесмен Михаил Дроздов. Стало известно, что он официально приобрел здание дворца у Краевого совета профсоюзов. Правда, сумма сделки не разглашается. Ранее в СМИ озвучивалась цифра в 30 миллионов рублей. Напомним, в августе 2018 года из-за нарушений пожарной безопасности суд постановил приостановить работу дворца. Теперь хоккеисты тренируются и выступают во дворце спорта «Динамо» Карандин-арене, которая находится далеко от центра и, по мнению самих спортсменов, не так удобно и вместительно. Кстати, Карандин также принадлежит Дроздову. Новый владелец уже заявил, что намерен полностью сохранить спортивный профиль учреждения. Более того, намерен вернуть туда Алтай. О планах возможной реконструкции и устранения противопожарных нарушений он обещает рассказать журналистам уже в ближайшее время.